Ща я качну домосятину. Домосятина качается. Засуну домосятину куда надо. Итак, как вы помните, на прошлом турнире Вуду уничтожил динамика. И потом Драк в своем обзоре классическом как следует проехался по динамику. Ну, в принципе, как и надо проезжаться по тем, кто деградирует. Вот. В частности, на прошлом турнире динамик был уничтожен в матче против Вуду. Вот. Когда динамик прочитал обзор Драга, динамик просто захотел реабилитироваться. К сожалению, времени потренироваться не было. Тренировался он только последние пару дней. Вот, но посмотрим, посмотрим, посмотрим. Итак. Что тут у нас, значит? Я почти готов. Так, Вуду против динамика. Кто тут хостит? Тут хостит Вуду. Первым хостил Вуду. Прогноз от философа 8-6 в пользу Вуду. С кого начнет динамик? С Дона. Вуду убирает свой любимый бой. Ой, ладно, настроиться на нормальный бой после того, что мы только что видели. Драк ставит на динамика. Итак, Вуду пока тормозит. Сейчас можно было его наказывать, не стал. Итак, выбивание Дони все равно бы не прошло. Тем более оно было долгое, тролльское. О, как затроллил хорошо динамик. И отличная пила. Что дальше? Еще одна отличная пила. И подпрыг перехвачен. Что дальше? Бабочка заблочена. Вуду бег, наверное, не сработал. Вряд ли он хотел подойти. Ох, хороший бросок мяча. Хорошая бабочка. И 0,6. Нет, ладно, 0,5 секунды спасли динамика. Так, что дальше? Дальше ошибка динамика. Вуду дергает Дона, Дон дергается. Вуду делает нормальную бабочку, дающую ему прессинг. Динамик хорошим прыжком выбрался, но не заблочил бабочку. Так, что дальше? Снимает воздух. Дальше Вуду на опережение делать ножку. Вуду обосновался в воздухе. Неплохо для Вуду. Динамик немного потерян. Динамик не знает, что делать. Ход обосновался в воздухе. Да, ход занял воздух, и поэтому ход выигрывает. К тому же динамик ошибся. Так, решающий раунд. Что ты делаешь, динамик? Что ты делаешь? Не затроллился динамик. Хорошо все сделал Вуду, но только прыгнул на Дона. Этого делать нельзя. Так, пытался подбежать, в итоге обидным ударом. Упал еще огонь, упал еще и подбег хороший. Получился отличная бабочка. Нарывается динамик на огонь. И еще один отличный подбег. Уничтожен динамик в третьем раунде первого боя. Один ноль в пользу Вуду. Вуду слезать с хатхеда не намерен. Вообще-то на самом деле динамику нужно самому хатхеда убрать, видя силу хатхеда Вуду. Итак, вроде как на опережение делал ножку, но динамик тоже сделал свою ручку. Еще раз опять этот
почти фрейм перфект подбег после огня, который очень сложно перехватить, если делается грамотно. Начинаем опять нарывается. Так вот, наказывает, подпрыг не перехвачен. Нельзя делать прессинг котовский против фоток, понятно почему. Дальше Вуду троллит, Вуду троллит. Вуду сейчас сидел, пялился в экран. Так, ну вот. У динамика есть шанс. Не среагировал вовремя Вуду на то, что динамик спиной был. Фух, ну тут, конечно, что-то странное в конце было. Не знаю, можно ли было там кинуть или нет. Возможно, что нельзя. Да не, Вуду... Да никто... Ну, получилось так и получилось, что бывает. Все Раф проиграл там. Итак, вот, хорошая. Единственный бой, в котором пила, тьфу, ракета применима. Но, к сожалению, динамика повезло ему, к счастью для него. Заблочен он. Но нельзя делать, забудь про эту суперку, вообще забудь про нее. И в углу Вуду все идеально сделал, да. 2-0 в пользу Вуду. Не 2-0 еще. Лёгся. Так. Замечательно. Засетапил комбо и подбросил. Начал снимать. Но в угол отлично Вуду этот прыжок предугадал и наказал. И еще один подбег предугадал Вуду. 2-0 его в пользу. Пока что динамик не может сделать ничего. Был хороший первый раунд задона. А дальше все не очень хорошо. Значит так, в бой идет Шреддер, а динамика в ответ Кейси. Что у нас тут происходит? Шреддер. Отличные прыжки. От Шреддера непонятно, что сейчас было. Зачем Шреддеру тут прыгать? И даже клюшка. Еще один подбег хороший. Еще один прыжок хороший. Все, просто все по полочкам разложен. Динамик. Все по тактике. Правильно. Делает Кейси и по технике. Так, вот это можно было бы поймать на мясо, если бы динамик не прыгнул. Что дальше? Дальше динамик. Динамик, тебе нельзя спамить ничего в этом бою. Тебе надо пялиться в кейсе и ловить его. И только так. Отлично предугадал какое-то непонятное действие Вуду. И отличный почти фреймпер. Подбег, еще один прыжок суперский. И клюшка даже на шару сделанная попала. Ну и все. Ну, в общем, да. В общем, тут у нас просто, я не знаю, чемпионская игра, можно сказать. То есть, как бы, динамик не то, что играет плохо, просто Вуду играет хорошо, и динамик просто динамик ничего не может сделать, объективно. Потому что соперник атакует грамотно. И не дает даже динамику каких-то, блин, шансов встать и самому построить атаку. Итак, ну вот, значит... Динамик катхед, шахматы. Подбег после мяса. Отлично, мясо, а вот дальше плохой прыжок. Дальше подбег перехвачен. Дальше вот опасно. Это делать, я бы на шару пытался перебить, но Вуду не прыгнул. Рандомное мясо попало. Есть такое рандомное мясо. Плюс его в том, что оно часто попадает само по себе. Вот. В общем, да, в общем, давит Вуду, конечно. Не дает вздохнуть. Так, зачем эти прыжки назад? Катхед, ты не понимаешь, что ли, что тебе сейчас плохо будет, если тебя в угол убьют? Так, ну вот Шреддер сам в углу дернул.
Дальше бросок, но это плохое действие, надо было оставлять Шреддера в углу. И хороший блок от Вуду. Плохой прыжок от Динамика, Вуду его отлично ловит. Дальше вихрь, что дальше? Нога вихрь. Хороший прыжок. А дальше, ох, неплохо, неплохо, неплохо. Динамик, только не затупи. Что это такое? Выбрался, выбрался, есть еще шанс. Отличная бабочка, но не среагировал Динамик на то, что выпили того из угла. Надо вот сдать эти коллизии, что в углу тебя выпиливают из угла. Что ты будешь обязательно на расстоянии. Динамик, видимо, подумал, что его в любом случае кинут. И отпустил кнопки. В общем, счет становится 4-0 в пользу Вуду, первый хост. Тут как бы, знаете, тут как бы хочешь ты не хочешь выиграть. Вот тут как бы было тяжело выиграть, честно. Я вот вам отвечаю. Мне кажется, я бы сам проиграл бы там 4-0. Сейчас. Так, Дракми скинул свои демки. Ну, я думаю, они уже на завтра пойдут. Хотя, может, в принципе, сегодня. Посмотрим сейчас. Да, давайте сегодня тоже постримим. Итак, второй хост. Динамик против Вуду. Вуду начинает с Рафа. Так, и внезапно сверло попадает. А, ладно, ну тогда на завтра, окей. Так, Динамик, что ты делаешь? А что делать Динамик? Динамик опиздюливается. Ну вот, наконец-то перехватил. Вуду заблочил, свалил. Отличный прыжок, отличные прыжки. Просто все, блин, невероятно красиво делает Вуду. Да уж, это, конечно, все серьезная заявка. Блин, одно дело выиграть 8-0, а другое дело выиграть так, чтобы соперник вообще ничего не мог сделать. Я, конечно, не знаю, как тут все закончилось. Может, Динамик вообще камбэкнется. Но пока что, блин, Динамик просто на части. Вот, наконец, Динамик. Вот, ну, ошибка Вуду была, но ручку сделал ненужную. И сверло вроде не зачарджил. Так, ну вот сейчас Динамик опять ошибся. Надо же ожидать все это. Дальше ошибся Вуду, хотел ногу сверло, не получилось. Что Вуду делает опять? Возвращая Динамика в игру, вот что он делает. Дернулся Динамик и наказывается. И подножка. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Вот это, знаете, какой тонкий момент был. Вуду сначала пытался добить сверлом по блоку, но не хватило. А дальше... Дальше Вуду делал действие, которое перебило... Почти все, кроме вот этой идеально низкой бабочки, наверное. Динамик именно ее и сделал. Короче, это было красиво. Наверное, еще подбежать ход мог и кинуть, если бы все идеально сделал. Такс. Перебивает Раф. Подпрыг внезапный. Проходит. Сверло не... Опять эта бабочка. Что делает Динамик? Плохая бабочка. Дернулся Динамик опять. Хорошо дергает Вуду его на коротком расстоянии. Опять дернул, но взял мяч. Неплохо, теперь можно просто ждать. А теперь можно просто ждать ошибок. Зачем-то выкинул мяч, но ничего страшного. Вот страшно тут сейчас, что он в углу. Динамик давай. Ох, как Вуду отлично выбрался от огня. И все, Динамику один удар. И это он. 0-1 в пользу Вуду. Ладно, Динамик после первого раунда все-таки... Поднялся, и уже так все на равных более-менее было. На тоненького. Динамика минус ход. А Вуду продолжает сидеть на Рафе. Так, Динамик не очень хорошо прыгнул, подарил, но Вуду подарил тоже. Что дальше? Дальше молодец, Вуду, там могли затроллить его коллизии. И вот сейчас нельзя так делать, нельзя так делать. Вот хорошо вышел, молодец. Что дальше? Дальше Динамик сам хорошо вышел, но Вуду его успел наказать. Взял мяч. Внезапно подбегай. Начинает дергать. Молодец, предугадал таким образом пилу. Ну и Динамик зачем-то сделал еще одну пилу. Тогда я про то и говорю, что как бы тут такого чего-то плохого действия Динамика нет, перехват даже делал.
комбинации какие-то пытается строить тактически. Просто ему эти так комбинации проводить дают очень редко. Ох-ох-ох, какой сейчас был подпрыг. На тоненького. Еще один подпрыг, внезапный динамик. Что ты там прыгаешь на месте? Так, ладно, прыжок наказан. Хороший прыжок, что дальше? Дальше пила за спину, дальше ошибка, подпрыгивать динамик в углу, это плохо. Ошибка в пиле. Не угадал действия. Перехват от Вуду, и у Вуду мяч. Вместо мяча Вуду просто подбегает и дожирает. 0-2 польза Вуду. Что значит, как настоящий профи? Вообще-то, и есть профи. Так, у нас Mirror. Динамик от безнадёги взял Лео. Вуду решил его пожалеть. Вуду увидел, что перекачался, и решил его просто совсем по-жёсткому не убивать. Так, вот сейчас хороший был. Ох, как Трольска. Вот динамик внезапно наказал Трольскую. Так, ручку не применяет Вуду, надо... Сейчас было ручку убрать Трольска. Ох, какое красивое убивание, надо запомнить, я его не делал. Новое изобретение вот Вуду. Так, Тростник в углу. Трольска ли? Нет, не Трольска. Так, дальше динамик хорошо отработал угол. Котовский прессинг, а дальше... Что это за прыжок такой, бестолковый? Дальше Вуду попадает на мяче. Ну и динамик. Динамик выиграет, потому что Вуду ошибся. Наказание. Ну, все было красиво тут с обоих сторон. Убивание от одного, потом от второго хорошие действия. Но было круто сейчас. То есть, видите, как динамик получил атаку, он, в принципе, хорошо там все сделал. Так, ну вот, вот нельзя так просто налево после его рекавери бегать, потому что всегда нужно учитывать то, что перехват. Ох-ох-ох, на Тоникова пытался подбежать Вуду, не получилось. Так. Ну, в общем, да. В общем. Второй раунд остался за Вуду. Итак, один вертуха была наказана, дальше прессик в углу. А непонятно, как из него убираться, непонятно, как из него убираться, если он грамотный. Отлично, еще один подпрыг. Его динамика уже на... спас себя отличным техническим действием от... Динамика, ты можешь спасать себя сколько угодно этой фишкой, но какой толк в ней? В общем, счет 0-3 в пользу Вуду. Ну да, видимо, Дон, короче, не выбивается под катом, явно. Но если Лео убивается, то Майк с Рафа тоже должны. Кейси, по идее, должен. А вот должен ли Шреддер, это вопрос. Хотя против Шреддера это не особо применишь. Итак, Лео Раф. Так, нет Рольска, наказано. Да динамик просто все. Да просто невозможно реально играть. Я бы тоже не смог играть, если бы меня так уничтожили. Так, от... хорошие прыжки от динамика, но, к сожалению, ошибка в подбеге. Теперь от Вуду прессинг. Чуть-чуть позже надо таймить этот прыжок, чтобы как раз-таки апперкот не попал. Внезапный подбег. Динамик. Ошибка. Пытался выбраться под прыгом, думая, что его ему хватит. Так, чуть позже надо было таймить ножку, чтобы атаку получить. А так, соперник оказался в плюсе. Ошибка от Вуду, подпрыг не перехвачен. Ошибка от динамика. Пошел прессинг, да, прав пытался отпрыгнуть, был пойман на взлете. Спас себе Раф, да, спасает себя, что дальше? Хороший комп пытался засетапить, но, к сожалению, оказался близко к Рафу, и поэтому хитбоксы подката не позволили. Даже обидно плечом отбил сверло. Обидно плечом выигрывает. Это очень обидно. В общем,
В общем, да, 8-0 в пользу Вуда в итоге получилось. Если раз динамик играл неплохо, вообще ни разу неплохо. Динамик играл хорошо. Но его просто переиграли по всем статьям. Вот что такое атака. Просто не было возможности динамика встать, что-то начать самому делать. Ну, были, конечно, мало их было. 8-0 в пользу Вуду, блин, с такой игрой, это, конечно, сильно. Это сильно. Да все, Гектор, не будет сегодня больше матчей. Так, значит, завтра сразу делаю анонс, будут два матча. Я против Спайди и Драк против Тима. Вот, время, я надеюсь, сайт оживет. Там что-то с хостингом. Какие-то у них проблемы. Надеюсь, сайт оживет завтра. Да уж, Вуду, конечно, с динамикой сделал решето. Это, конечно, было сильно. Это было сильно, но такому сопернику проигрывать не должно быть обидно. Ну, Раттл завтра что-то еще постримит, там сатановский турнир. Финал, буду драк. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока, до завтра.